Тв. Малыш Цып-Цып все про все узнать спешит. Малыш Цып-Цып, он всегда вас рассмешит. Мир чудес откроет, башенку построит, песенку споет, вас собой зовет. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Малыш Цып-Цып. Цып-Цып! Обед. Привет, Цыпа! Ты строишь башенку? Тип-тип. Цыпа, ты хочешь кушать? Тип-тип. А вот и время обеда. Пойдем. Тип-тип. Постой, Цыпа. Перед едой нужно помыть крылышки. Тип-тип. Постой, Цыпа, так не пойдет. Крылышки нужно мыть хорошо. Тип-тип. С мылом. Цыпа, Цып. Еда уже на столе. Цып. Тип-тип. Это, чтобы ты не испачкался. Ой, Цыпа, возьми ложку. Это мне? Как вкусно! Спасибо! Теперь твой животик доволен? Тип-тип. Тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип-тип. Тип. Тип. Вот это да! Какая красивая башенка получилась! Молодец! После обеда нужно немного поспать. Пока-пока, Цыпа! Стол. Стол. Стул. Стул. Тарелка. Тарелка. Ложка. Ложка. Чашка. Чашка. ТВ. Большое, маленькое. Это червячок. Привет, червячок. Привет, Цыпа. Тип-т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 ип
Это слон. Здравствуйте, слон. Какой слон большой. Червячок маленький. Цыпа побольше. Слон еще больше. А самолет самый большой. Глупенький червячок. Все равно ты самый маленький. До свидания, слон. Ой, теперь самолет так далеко, что кажется совсем маленьким. Даже меньше червячка. Совсем не важно, какого ты роста, если ты хороший человек или хороший червячок. Пока-пока, Цыпа. Пока-пока, червячок. 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 Слон. Слон. Самолет. Самолет. Книга. Привет, Цыпа. Давай почитаем книжку. Читать очень интересно. В книге ты можешь пережить настоящее приключение. Лови скорее. Давай-давай, ну же. Поймал, молодец. Цыпа, эта книжка про тебя. Однажды малыш Цыпа обедал. Он уже совсем наелся, но на тарелке осталось еще одно зернышко. Цыпа, а может мы посадим последнее зернышко? Какие удивительные облака. Давай покатаемся на них. Смотри, какие они высокие и величественные. Их вершины покрыты снегом. Это джунгли. Здесь растет много экзотических растений и живут необыкновенные животные. Тебе интересно? Какой великолепный дворец! Ну вот и закончилось наше путешествие. Посмотри, это же твой домик. Наверное, ты нагулял аппетит. Пойдем скорее. Пора ужинать. Тебе понравилось путешествовать? Книги бывают разные. В них ты можешь побывать в удивительных мирах и узнать много интересного. Ты будешь читать книги? Молодец! Пока, Цыпа. Пока-пока.
Книга. Книга. Горы. Горы. Джунгли. Джунгли. Дворец. Дворец. Урок рисования. Привет, Цыпа. Какой сегодня хмурый день. А давай его раскрасим. Это краски. Красная. Синяя. Желтая. Это синий цвет. Давай попробуем порисовать. Это мольберт. Вперед, смелее. Это волна? Это кораблик. С парусом. Это желтый цвет, Цыпа. И ты желтый. Попробуй-ка на бумаге. Цыпа, у тебя же солнышко получилось. Нарисуй ему лучики. Молодец, Цыпа, как красиво. Теперь ты настоящий художник. Теперь ты можешь нарисовать все, что захочешь. Синий. Красный. Желтый. Синее море. Красный кораблик. И желтое солнце. Да, Цыпа, и ты желтый. Пока-пока, Цыпа. Пока-пока. Краски. Краски. Мольберт. Мольберт. Художник. Художник. Купание. Цыпа, как много чудесных картин. Ты настоящий художник. Ой, Цыпа, ты же весь перепачкался краской. Пойдем-ка купаться. Цып. 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 Вода теплая? Тип-тип. Ну же, забирайся. Тип. Тип-тип-тип. Хватит плескаться. У тебя же так вся вода закончится. Тип-тип-тип. Давай поиграем. Тип. 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 Цыпа, а давай устроим соревнование. Тип-тип. В соревновании участвуют лягушонок, уточка, кораблик. Все участники готовятся к старту. На старт. Внимание. Марш. Гонка началась. Лягушонок выходит вперед. Уточка догоняет. Кораблик плывет последним. Кто же победит?
лягушонок немного устал. Он уже не может прыгать и просто гребет лапками. И уточка обгоняет лягушонка. Кто же победит? Ну вот кораблик набирает ход и быстро выходит вперед. До финиша остается совсем чуть-чуть. Кораблик идет первым. Уточка вторая, а за ними лягушонок. Финиш! Тип! Кораблик победил. Отличное соревнование получилось. Тип! А теперь пора мыться. Тип-тип! Давай сделаем пену. Тип-тип! Где наше мыльце? Вот ты и помылся. Давай-ка смоем пену. Молодец! Теперь ты совсем чистенький. Тип. Давай вытираться. Тип-тип. Тип. Теперь ты красивый, как одуванчик. Пока-пока, Цыпа. Тип-тип. Пока-пока. Уточка. Уточка. Лягушонок. Лягушонок. Кораблик. Кораблик. Подводный мир. Однажды малыш Цыпа получил удивительный подарок. Привет, Цыпа. Это подарок для тебя. Давай посмотрим, что там внутри. Открывай скорее! Тип, 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 тип. Что это, Цыпа? Это подводная лодка. Она путешествует под водой. У нее есть винт, чтобы двигаться под водой. Иллюминатор, чтобы посмотреть вокруг. И фонарь, чтобы освещать путь впереди. Давай запустим ее. Тип-тип. Скорее в ванную. Тип-тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип-тип-тип. Заводи моторчик. Тип-тип. Молодец. Теперь в путь. Начинаем погружение. Три, тип, два, тип, один, тип. Это подводный мир. Тип-тип. Давай посмотрим, кто здесь живет. Это рыбки. Они все разные. Посмотри. Красная рыбка. Синяя. Желтая. Фиолетовая. Эта рыбка похожа на треугольник. А это на квадрат. А эта рыбка совсем круглая. В море живет еще очень много удивительных рыб. Это осьминог. Посмотри, какой он большой. Медуза на пути. Розовая, нужно быстро принимать решение. Куда плыть, Цыпа? Тип-тип. Наверх. Еще медуза на пути. Куда теперь? Вниз. Да, получилось. Еще одна медуза. Синяя. Куда же плыть? Наверх. Мы молодцы.
Справились на отлично. Тип-тип. Это морские звезды. Давай их посчитаем. Одна. Две. Три. Молодец, Цыпа. Три звездочки. Тип-тип. Это морское дно. Цыпа, давай посмотрим, кто здесь живет. Тип-тип. Кто это бегает по дну? Посмотри. Это крабик. Он живет под камнем. Здравствуй, крабик. А вот еще один житель. Посмотри, это морской конек. Он очень важный обитатель моря. Под водой живет много красивых рыбок. И наш знакомый осьминог. Как прекрасен подводный мир. А нам пора возвращаться на сушу. Пока, рыбки! Пока, крабик! Пока, осьминог! Какая удивительная лодка! Какое подводное приключение! Тебе понравилось? Тип-тип! Пока, Цыпа! Тип-тип! Пока-пока! Вот так Цыпа побывал в подводном мире и познакомился с его обитателями. Рыбка! Рыбка! Медуза? Медуза! Морской конек. Морской конек. Морская звезда. Морская звезда. Крабик. Крабик. Осьминог. Осьминог. Тип-тип. Тип-тип. Новые друзья. Однажды малыш Цыпа гулял на улице и скучал. Привет, Цыпа. Тип-тип. Тебе грустно играть одному? Тип. Ай-яй-яй, Цыпа. Это же твой любимый мячик. Пойдем-ка его искать. Тип-тип. Здесь нету. А там и тут. Как же так? Тип-тип. Куда пропал мяч? Тип-тип. Постой-ка, Цыпа. Где же мячик? Не тут. Не тут, не тут. Ой. Вон, вон он, Цыпа. Обернись. Цып. Да, Цыпа. Похоже, это твой мячик. Цып. Цып. Нельзя. А где же мяч? Посмотрите, кто это там на дорожке? Смотрите, это сова. Она уснула на вашем мячике. Вот так, Соня. А давайте похлопаем в ладоши, чтобы разбудить ее. Раз, два, три.
Раз, два, три. Раз, два, три. Вставай, Соня. Тип-тип. Эй, постой-ка. Можно же играть вместе. Это гораздо веселее. Как весело играть вместе. Кажется, вы что-то забыли. Вы забыли познакомиться. Тип-тип. Это крокодильчик Кроки. А это совушка Соня. А это цыпленок Цыпа. Тип-тип-тип. Тип-тип-тип. Тип. Ну вот и познакомились. Теперь вы друзья и можете играть вместе. Пока, Кроки! Пока, Соня! Пока, Цыпа! Пока-пока! Вот так у Цыпы появились друзья, и теперь он не будет скучать, потому что играть вместе очень весело. Тип-тип. Буква А. Акула. Акула. Ананас. Ананас. Автобус. Автобус. Акула. Автобус. Ананас. Буква А. Давай посмотрим, как пишется буква А. Буква А. Буква Б. Б. Бегемот. Бегемот. Банан. Банан. Ботинки. Ботинки. Бегемот. Банан. Ботинки. Буква Б. Давай посмотрим, как пишется буква Б. Буква Б. Б. Буква В. В. Волк. Волк. Вишня. Вишня. Велосипед. Велосипед. Волк. Вишня.
Велосипед. Буква В. Давай посмотрим, как пишется буква В. Буква В. В. Буква Г. Гусь. Гусь. Груша. Груша. Гитара. Гитара. Гусь. Груша. Гитара. Буква Г. Давай посмотрим, как пишется буква Г. Буква Г. Буква Д. Динозавр. Динозавр. Дыня. Дыня. Дерево. Дерево. Динозавр. Дыня. Дерево. Буква Д. А вот так пишется буква Д. Буква Д. Буква Е. Енот. Енот. Ежевика. Ежевика. Единорог. Единорог. Енот. Ежевика. Единорог. Буква Е. Давай посмотрим, как пишется буква Е. Буква Е. Буква Ё. Ёжик. Ёжик. Ёлка. Ёлка. Ёрш. Ёрш. Ёжик. Ёлка. Ёрш. Буква Ё. А вот так пишется буква Ё. Буква Ё. Буква Ж. Ж. Жираф. Жираф. Желе. Желе. Жук. Жук. Жираф. Желе.
Жук. Буква Ж. Давай посмотрим, как пишется буква Ж. Буква Ж. Ж. Буква З. З. Зебра. Зебра. Земляника. Земляника. Звезда. Звезда. Зебра. Земляника. Звезда. Буква З. З. А вот так пишется буква З. Буква З. З. Буква И. Индюк. Индюк. Икра. Икра. Избушка. Избушка. Индюк. Икра. Избушка. Буква И. Давай посмотрим, как пишется буква И. Буква И. Буква И краткая. Е. Йети. Йети. Йогурт. Йогурт. Йог. Йог. Йети. Йогурт. Йог. И краткая. Е. Давай посмотрим, как пишется и краткая. Буква и краткая. Е. Буква К. К. Крокодил. Крокодил. Кукуруза. Кукуруза. Карандаш. Карандаш. Крокодил. Кукуруза. Карандаш. Буква К. К. Давай посмотрим, как пишется буква К. Буква К. К. Буква Л. Л. Лев. Лев. Лимон. Лимон. Луна. Луна. Лев. Лимон.
Буква Л. Л. А вот так пишется буква Л. Буква Л. Л. Буква М. М. Медведь. Медведь. Малина. Малина. Мяч. Мяч. Медведь. Малина. Мяч. Буква М. М. Давай посмотрим, как пишется буква М. Буква М. М. Буква Н. Н. Носорог. Носорог. Нектарин. Нектарин. Ножницы. Ножницы. Носорог. Нектарин. Ножницы. Буква Н. Н. А вот так пишется буква Н. Буква Н. Н. Буква О. Ослик. Ослик. Огурец. Огурец. Облако. Облако. Ослик. Огурец. Облако. Буква О. Давай посмотрим, как пишется буква О. Буква О. Буква П. П. Пингвин. Пингвин. Помидор. Помидор. Пароход. Пароход. Пингвин. Помидор. Пароход. Буква П. Давай посмотрим, как пишется буква П. Буква П. П. Буква Р. Р. Рыбка. Рыбка. Редиска. Редиска. Робот. Робот. Рыбка. Редиска.
робот. Буква Р. Р. А вот так пишется буква Р. Буква Р. Р. Буква С. С. Слон. Слон. Сыр. Сыр. Санки. Санки. Слон. Сыр. Санки. Буква С. С. А вот так пишется буква С. Буква С. С. Буква Т. Т. Тигр. Тигр. Торт. Торт. Трактор. Трактор. Тигр. Торт. Трактор. Буква Т. Т. Давай посмотрим, как пишется буква Т. Буква Т. Т. Буква У. Улитка. Улитка. Укроп. Укроп. Усы. Усы. Улитка. Укроп. Усы. Буква У. Давай посмотрим, как пишется буква У. Буква У. Буква Ф. Ф. Филин. Филин. Фасоль. Фасоль. Фонарик. Фонарик. Филин. Фасоль. Фонарик. Буква F. Ф. Давай посмотрим, как пишется буква F. Буква F. Ф. Буква Х. Х. Хомяк. Хомяк. Хлеб. Хлеб. Художник. Художник. Хомяк. Хлеб.
художник. Буква Х. Х. А вот так пишется буква Х. Буква Х. Х. Буква Ц. Ц. Цыпленок. Цыпленок. Цукаты. Цукаты. Цирк. Цирк. Цыпленок. Цукаты. Цирк. Буква С. С. А вот так пишется буква С. Буква С. С. Буква Ч. Чу. Черепаха. Черепаха. Чай. Чай. Часы. Часы. Черепаха. Чай. Часы. Буква Ч. Ч. Давай посмотрим, как пишется буква Ч. Буква Ч. Ч. Буква Ш. Ш. Шмель. Шмель. Шоколадка. Шоколадка. Шарик. Шарик. Шмель. Шоколадка. Шарик. Буква Ш. Ш. А вот так пишется буква Ш. Буква Ш. Ш. Буква Щ. Щ. Щенок. Щенок. Щербет. Щербет. Щит. Щит. Щенок. Щербет. Щит. Буква Щ. Щ. А вот так пишется буква Щ. Буква Щ. Щ. Привет, малыш! Сегодня мы встретимся с очень скромными буквами. Они никогда не стоят в словах первыми. Это буква твердый знак. Твердый знак, хоть и не стоит первым в слове, твердо стоит на своем. Посмотри, объявление. А вот так пишется твердый знак. Твердый знак. А это буква И. Она тоже тихоня. Где же она спряталась? Посмотри.
Дыня. Дыня. Давай посмотрим, как пишется буква «ы». Буква «ы». Это мягкий знак. Он прячется в слове «конь». Ну-ка, найди мягкий знак. Мягкий знак. Давай посмотрим, как пишется мягкий знак. Мягкий знак. Буква М. Эму. Эму. Эклер. Эклер. Экскаватор. Экскаватор. Эму. Эклер. Экскаватор. Буква Э. Давай посмотрим, как пишется буква Э. Буква Э. Буква Ю. Юрок. Юрок. Юбка. Юбка. Юла. Юла. Юрок. Юбка. Юла. Буква Ю. А вот так пишется буква Ю. Буква Ю. Буква Я. Ящерица. Ящерица. Яблоко. Яблоко. Яхта. Яхта. Ящерица. Яблоко. Яхта. Буква Я. А вот так пишется буква Я. Буква Я.